Всем доброго дня. Это уже третий урок, посвященный классическим шагам традиционных китайских боевых искусств на нашем канале. И в этом уроке мы коснемся таких шагов, которые, ну, часто все-таки упускаются из виду при обучении традиционным боевым искусствам, и которые являются, ну, считается, что являются таким логическим продолжением того, что называют почему-то стойками. Хотя, как мы уже с вами говорили не раз, никто в этих шагах не стоит. В них вы находитесь доли секунды во время тех или иных своих техник. И вот в этом уроке мы поговорим немножко подробнее о скрестном шаге, который вам известен уже из предыдущих уроков о шагах. В этом уроке мы поговорим о приставном шаге, о топчущем шаге, а также о том, каким образом можно использовать эти шаги. То есть в этом уроке вы увидите еще фрагменты применения этих шагов, в том числе с использованием различных защит и атакующих действий. Этот урок рассчитан на целый ряд тренировок. Я думаю, он будет не безинтересен всем, кто занимается боевыми искусствами, самостоятельно или в клубе. В любом случае, мне кажется, он несколько расширяет диапазон ваших возможностей и ваше мировоззрение в такой теме, как боевые искусства, традиционные боевые искусства. О том, как приобретается урок, там внизу, в описании к видео, там же цена, там же способы оплаты. И не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик, подписываться в Телеграм, чтобы ничего не пропустить. И счастливо, хороших вам тренировок!